Пермяки говорят, чтобы жизнь на пенсии была хороша, нужно родить и достойно воспитать детей, которые помогут в случае необходимости, и сколотить хотя бы небольшой капитал. Правда, больше 50% этого не делают. У кого-то нет возможности откладывать деньги, кто-то не видит в этом перспективы. 25% в судьбу своих пенсий верили пенсионным фондам. 11% хранят и приумножают денежные средства на счетах в банках. Меньшая часть опрошенных, около 3%, занимаются инвестициями. Они приобретают ценные бумаги на электронной бирже или ищут иные перспективные источники дополнительного дохода. Иногда такие мысли как бы бывают, но как бы о пенсии, как говорится, еще рано думать. Ну, у меня есть пенсия на ВТБ переведена. Ну, там, как накопительная, наверное, считается пенсия. Все вроде, не знаю, государственная, наверное, еще должна быть какая-то. Инвестирую в ценные бумаги, в облигации. Ну, в интернете в основном об этом говорят. Где-то там смотришь YouTube, например. Там, ну, из окружения тоже некоторые ребята тоже занимаются инвестициями. Есть закон такой, что чем старше человек, тем меньше должен быть риск. Когда человеку 20, он должен играть в акции. Когда ему 60, он должен копить только в супернадежных активах, вроде депозитов банков, защищенных законами о том, что если банк, как бы с банком, если что-то произойдет, то есть резервный фонд, по которому люди могут получить деньги от Центрального банка.